Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите «Властелин колец» с модом Age of the Ring. Сегодня вышла новая версия, точнее вчера, но для меня сегодня. И мы будем пытаться играть за новую фракцию под названием Dol Guldur. Я нашел ребят, играем 2 на 2. Почему-то никто из них не выбрал новую фракцию, что очень странно. Но я надеюсь, что она нормальная. Так, тут сразу 4 рабочих. Блин, как же... Вот мне не нравится, что не убрали эту белую срань. А, тут рабочие по сотке. The shade will vanish at this moment. А, он... Вот оно как. Он исчезнет после того, как здание построят. Вот почему рабочих так много. Так, это барак, а это что? Ага, это еще какое-то здание. Ресурс. Нам барак понадобится, разумеется. Ну и значит, еще рабочего построим. Получается, что мы как бы тратим вначале больше денег на здание, но зато в самом начале у нас побыстрее экономика. На одну, ну, на одну ферму. Либо можно две сразу построить, но тогда без барака будет немножко неудобно. О, прикольно. Это типа варчант, только переделанный. Мы получаем сотку урона, но минус 50 брони. Это что такое? А, короче, призрак, если его атакуют, он всех застанет. А это, короче, замедло и дамаг. Ну, давайте мы возьмем вот эту хрень, потому что надо сносить здание. Так. Broken Rebel. Ой. А, это, короче, рабы. Рабы гномов, эльфов и каких-то лесовых челиков. Это копейщики, это лучники. Сразу флаги доступны. И какие-то более сильные челики. Но мы сначала с рабов начнем. Блин, тут немножко непривычно то, что надо постоянно... О, кстати, надо сюда пойти. Нужно постоянно подстраивать рабочих. Геймплей немного отличается. А, нам еще нужно здание. Ух ты, блин. Хреново немного. То есть, если мы не возле зданий, то мы получаем дамаг. Я так понимаю, это все войска, что ли? Или только эти? А, я, кстати, смотрел стрим Ежа. Он уже разбирался немного в этой фракции. Вот, и он показал, что можно строить вышки по 150 монет, которые как бы дают эффект такой. Ну, типа эффект как возле зданий, чтобы мы не получали дамаг. Вот, и надо будет этих вышек наспамить прям целую кучу. Так, давайте лучников еще сюда поставим. Ну, блин, он, конечно же... Вот зараза. Мы не снесем никого, да? А, хреново. Поставим еще один барак. Да, мы даже одного воина ему, походу, не снесли. Это под варчантом этим. А, если я... Ага, если я грейд сделаю, то эта штука сможет стрелять. Ну, блин. Это все клево, конечно, но мне надо поначалу, чтобы было что-то, чем можно воевать. Ну, из вышек можно строить рабов, что, кстати, кайф. То есть мы где-нибудь в тылу поставим вышечку, и потом из нее будем... О, мне варчанты дали. Из нее будем строить рабов и дальше территорию захватывать. Так, это первый тир у него, эти призраки, они сейчас исчезнут. Да ёпт, мне просто нужно как-то отбиться. Почему оно все такое слабое? Твою мать. Ладно, сейчас лучников накопим. А, погодите, герои, герои, может я героями буду танчить. Вот этого надо построить. Ну, в общем, раш не удался. Как рашить, когда у тебя коронавирус? Я не знаю.
Они же похилятся потом возле этой вышки, я надеюсь, или нет? Походу нет. Блин, я просто пытаюсь укрепиться, отъебись от меня! Что там? А, на кей, блин. Ясно все с вами. Мы снова вышку просрали. А, я не могу. Выходи. Блин, мне что, под крепой сидеть, что ли? Сколько некромант стоит? Вроде некромант... А, 2500. Некромант возле себя имеет ауру, чтобы они не получали урон. Блин, вот же говно. Так, здесь сейчас вышку поставим поближе. На этот раз. Но мы сейчас, мы все сдохнем, пока дойдем до него. 5-8 уровень, это что такое? Это орков призывает. У нас много народу хотя бы теперь. Ну, так сделаем. Броня лучникам все равно не нужна. Так, делаем этот грейд и вот сюда еще вышечку. Блин, я даже экономику не строю, потому что не могу укрепить эти вышки, чертовы. Да, мы сейчас подохнем все. 6. Давай лучников. Так, что это дает? Больше урона по Гэндальфу, Элронду, Галадриэли и Торину. А на третьем уровне он режет броню на 25%, но по 5, типа не сразу. Ну хорошо. Так, здесь поставим ферму. А, нельзя. Пусть сначала делается апгрейд. Так, нам нужно... О, логово пауков. О, может, пауки не получают урон. Пауки не должны получать урон, теоретически. Ко мне пришла помощь. О, здесь Гольфимбул. Какой же он имбовый. Так. Стоп, что за хрень? Прикольно, какая-то башня колдовства, которая будет призраков делать из вражеских юнитов. Короче, поначалу, пока нет некроманта, надо по-жесткому кемперить за эту фракцию. Либо я что-то не понял, либо паучками попытаться. Ну-ка. Может, паучки атакуют здание нормально. Я не понимаю, как атаковать. А здесь... О, это наши, хорошо. Хорошо, что мой тиммейт выигрывает. Но я накопил войск чутка. Этот чел какой-то пассивный. Это хорошо. Захватим вот это. Сейчас проверим пауков. Слейв мил. А, фига. Значит, мы можем заспавнить юнитов, но при этом минуту не будет ферма работать. Что за бонус? А, вот дешевле стоят орки всякие. Ага. А это что? А, я понял. Призывает немного паучков, которые немного дамажат врагов и замедляют еще. Это что? Призраков, что ли? А, нет, в скелетов, фига. Это даже не скелет, это зомби. Фига себе, это зомби. Чё за дичь? Это точно Властелин колец?
О, да, паучки. Давайте-ка сейчас затестим паучков. И построим некроманта. И теперь мы сможем хотя бы нормально атаковать. Построим еще лучников. Главное не слиться, пока тиммейт там играет. Давайте попытаемся... О, вот это вот попытаемся разрушить. Может, надо было через пауков играть. Можно сразу загрейдить яд им. Ну... Не то чтобы прям очень быстро, но терпимо, в принципе. Но просто они 450 стоят. Я думал, будет быстрее. Но нормально, рашить ими можно. Плюс они очень быстрые. Да, наверное, я даже не прав. Они нормально сносят. Ну, правда, они все сдохли уже. Не повезло. Его прогнали с меда. Блин, давай еще этих. Так, что это дает? Какой-то юнит. Harbinger of Shadow. Против героев, пехоты. Ой, и построек. Это мне нравится. Сделаем вот это. Почему-то я не могу всех выбрать. Ну, в смысле, выбираю, но... Ну, вы поняли, да? Так, это на здание надо юзать. Ну-ка. 200 хп всего лишь у них. Пожалуйста, на здание. Еще какая-то срань. Сейчас почитаем, что это. О, вышка призывается. С бомжами. Лаги, разумеется, начались. Моей так и не заюзали. Обилку. Очень грустно, на самом деле. Давайте вот так проюзаем. Может, пронесут по берегу их, но они не хотят, они боятся. Ладно. Строим еще лучников и не думаем о плохом. Строим пауков. Сестра Синатры. Надеюсь, она хорошо умеет петь. Я знаю, тупая шутка. Но все же. Некромант какой-то странный. У меня второй тир есть. Ой, эти лучники очень жесткие, кстати. Это меня всегда забавляло, что у Мордора все плохо говорит. Блин. Черт. Ну давайте попытаемся. Ладно, пусть он... Пусть он сносит мою застройку. Пойдем спасать тиммейта. Фак, катапульты. Да, меня всегда забавляло, что у Мордора орки типа говно, а зато люди и хорошие юниты. Что как бы странно. Ну здесь в смысле. Он же см... А, блин, если я делитаю здание, то... Блин, он уже проиграл. Если я делитую здание, то мой призрак исчезает. Почему они загрелись на казарму? Пожалуйста, тролля убьем. Они сейчас нападут. Что у нас здесь есть? Варги. Дебаф. Варги, может, помогут. Шпиль колдовства нужен для некромантии. Но я построил же. Ну, у меня уже ничего нет сейчас.
Так, у Некра что-то есть. Варгов призывает некромант. Очень странно. Это дамажит просто. Ой, там конница. У меня, конечно же, нет копейщиков, потому что я красавчик. А, но здесь я снес его атаку. Блин, я Мордор, конечно, пронес, но вот здесь не получится ничего сделать. Так, давайте с копейщиками. Давайте построим... О, Синатра. И, блин, все вышки потеряны были. Это грустно. Нет, прям очень грустно. Но мой чел еще жив. Что радует? Ну-ка. Лол, целый отряд. Два отряда. Это нормально? Типа всяких бомжей превращают. А, кстати, зомби, да, зомби не подвержены коронавирусу. Клёво чё. Ну-ка давай. А, на этот раз всего по одному отряду. Я ни хрена не понимаю. Я проигрываю, к сожалению. Да, он новых войск настроил. Но я не знаю, чего он от меня ожидает. Я пытаюсь разобраться. И вроде своего я выигрываю. Двоих я, увы, не могу. Фракция только появилась. Мне нужно немножечко времени. Что это такое? А, типа, я понял. Можно быстро передвигаться. Где там эта вышка? Вышки, это хорошо. Паучиху убили. Один отряд у меня подох. А тут третий уровень. Тут никак не справиться с ним. Стой. Третий тир. Что это? Какой-то тролль. О, это Пудж. Блин, почему этот мод такой лагучий? А крюк ему дали? Да, кстати. А, только в ближнем бою. Нет, херовый Пудж, он должен стрелять крюком. Ну, короче, сорян. Мы проиграли. Но как-то так. Первый взгляд на Долгулдор. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Огромное спасибо всем, кто стал спонсором моего канала. Не болейте коронавирусом. Чао, какао.